OnTime – самые быстрые займы в интернете. Смотрите, давайте посмотрим, как это происходит. Компот, Танюхин. Я, допустим, не это. И водочка Танюхина. Не запустываю. Ребятушки, не забывайте про канал Ready Life. На канале Ready Life проходят всегда все наши стримы, жаркие стримы. Бывают там стримы по 8 часов. Также я там играю, ребят, в казино. Вы сами все знаете, прямо кто хочет смотреть. Коза. Я, конечно, это хотел, чтобы так было, но 45 бесплатных игр, ребята. Прикиньте. Короче, да, я играю в казино, и вы это все можете видеть на канале. На Ready Life. Бля, что-то я сам потом хуел. 90 ставка, ребята, прикиньте. Ну давай ты дашь что-нибудь, нет? Ну, я, в принципе, уже 360 выиграл. 380. 180. Нормально. 600. 640. Вот выигрыш. Короче, ребят, потом там на стримах у меня спросите, сколько я концовки выиграл, но это вот 720. Короче, 2720, коза. Двушку выиграл. Еще 200, 2920. Короче, это, ребят, ссылка на Ready Life в описании. И, ну, кому интересно, где я играю, в ком казино, ссылка на это казино тоже в описании. Ребят, я не мог это не похвастаться, конечно. Сейчас, конечно, видео начнется, но... 8100 рублей, 8 косарей, 90, хотел просто это, ну, показать, чем я занимаюсь. Сейчас, Вань, подожди, пока я занимаюсь, ну, чем я занимаюсь на Ready Life, и просто сколько, я 3 раза нажал, или 4 по 90 рублей, 8100 выиграл. Фартит, блядь, понедельник хороший. Ребятушки, всем привет. Привет, ребята. Сегодня суббота. Мы сегодня, я, Степка, Вадик, дети с детьми. Дети пристегнуты у нас сзади сидят. Едем, куда едем? Не знаем, куда-то едем. Ну, знаешь, едем на выставку. Вообще, какой получится видеоблог, я сам не знаю, потому что это видеоблог обо всем и ни о чем. Но первоочередное мы едем на выставку моноэтажного строительства, потому что вы все пишете, что когда стройка в Крыму, ну, имеется в виду поселок, я люблю Крым, у нас в Красноярске. Вот сейчас едем смотреть, там какие есть домики, какие цены, что почем, какие с мечом вообще. Ребят, в общем, ну, зашли на выставку, и вот тут стоит стойка с прессой. И вот все спрашивают, где мы с Михалычем познакомились. Вот, даже рекламу сделал. Журнал «Промышленные страницы Сибири» – это вот наше с Михалычем детище, которое мы удачно думали, что удачно обанкротили, но нет, еще держится на плаву. Так что мы его неудачно обанкротили. Ну, вот журнал такой глянцевый. В принципе, как и был. В принципе, толщина его не увеличилась. Ну, хотя, ну, может быть, немножечко. Я здесь же был. Все, пошли искать дома. На строительной выставке вот такой замечательный стенд. Все, поодень вот эти тоже. Это тебе, что соски не отрубили. Давай. Это что у тебя за это? Что за яйцо у тебя на Фаберже? Ну, это я не знаю, это надо... Это Убери, учителю. Это вот, ребят, смотрите, у нас Степа как пудель. Нет, ты маленько... Вань, слышишь, давай. Маленько вперед так вот. Ванюха, покажись, ребятушка. Во, такой вот суровый взгляд-то был. Вон, ой, Ванюха. Убрали по самой, да? Что? Переносица забыла закрыта. Вы видели хоть раз узбека рыцаря, ребят? Узбек. Че? Узбека в кольчуге. Ну. А это вот, Вадюша, давай, это для тебя. Одесская киностудия представляет. Нашли мы фирму, называется, не знаю, пока, наверное, не буду говорить, как называется, да? Ну, пока не стоит, пока не стоит. Смотри. Че у меня? Че там? Черный нос, че. Короче, это. Каркасным строительством они занимаются, вроде как, сейчас они поразмыслят. По поводу того, чтобы, ну, поучаствовать в нашей перестройке, построить каркасный дом 98 квадратов. И еще здесь меня пригласили поучаствовать. В чем все пригласили поучаствовать? Какой-то СММ-семинар, короче, выступить. Да, СММ-семинар в Сибири, по-моему. Да, по развитию YouTube. В принципе, у меня опыт выступления уже есть. В бизнес-молодости даже. С Русланом Тутанушвили, в принципе, выступить могу. Так, кто хочет, чтобы я выступал, приглашайте, между прочим. Че, Ванюш? Где Вадик, где? Машу на коленях тянет. Вон Вадик сзади идет. Вадик байк выбирает себе.
Что еще, Сёба? Мы что-то хотели еще это анонсировать, что... А, что нам нужна это... Что нам? Киностудия имени Довженко. Ну, кто клип снимет? А, точно, да, ребята. У нас есть классная песня, написал Артур Стрэндж, Ready Number One. И хотим сделать классный клип. Да, да, да. Кто хочет прорекламировать свою студию какую-то, вы занимаетесь там съемками, чем-то еще. То есть прямо в начале этого ролика сможете сделать свой этот логотип, заставку. Ну, как, знаете, как Black Star в начале появляется каждого клипа. Также сделайте, то есть ссылку на вас оставим в описании. Давайте. Сами понимаете, то, что вы будете размещены у нас на канале. Да. То есть ее аудитория очень большая. Это очень дорогого стоит. Да. Вот именно. 200 тысяч рублей. Ну и сразу говорю, кто сейчас начнет писать, будем выбирать лучше, потому что хотим, ну, просто конфетку. Да. Хотим клип хороший сделать, то есть работаем, ребят, промо на промо. Все, ребят, на этом у нас пути разделились со Степкой, с Вадиком. Вадик домой поехал Машу кормить, мы с Ванюхой тоже съездили, пообедали. Сейчас приехали, у нас торгово-развлекательный центр здесь. Ванюха, рассказывай, куда приехали. Ваня, ну, куда ты побежал-то? Как, короче, Ванюха расскажет, куда приехал. Он очень сильно любит эту игру. Мы приехали на этот фильм. Расскажи, куда мы приехали. Слышишь? Вань. Короче, на Angry Birds мы приехали. Видите, ребят, что человек за донаты готов. Ребята, посмотрели на Angry Birds. Понюха, понравилось? Да. Короче, понравилось. И этот... Там, ну, кто видел уже или кто посмотрит, это, знаете, мне аналогию какую это произвело. Когда вот все в Турцию русские ездили отдыхать, а также эти свиньи приехали к птицам на остров, все разбомбили, разрушили и украли эти, только не яйца, это русские круто, полотенца и тапочки из всех отелей. Короче, вот такая почему-то у меня аналогия. Ребятушки, богатая белками диета интересна всем, но порой бывает не очень вкусной. Или же очень быстро приедается. Но ребята с канала «Рецепты для стройности и счастья» знают, как приукрасить стол спортсменом и стронгменом. Все рецепты очень простые и выходят регулярно. Подписывайтесь на канал «Рецепты для стройности и счастья». Ссылка в описании к видео. Ребята, я вас, конечно, шокирую сейчас, но сегодня воскресенье, на улице дождь идет. А я же не пил, потому что я болею. Ну, никак больше, я отхожу с пьянок, я вообще не пил, у меня состояние вообще идеальное. Вчера Таня с Настей отмечали здесь на кухне, Настя, день рождения, 30 лет в ЛКСМ, блядь. И, короче, нахуярились шампанским. И Таня я потеряла ногти. Таня, короче, очень плохо с утра, и она говорит, что, говорит, Митя, как мне спастись, вот мне очень плохо. Я говорю, выпей 3 стопки водки. И говорю, ляг спать. Это, говорю, Митя, будет самый... Митя стал там 20 советами. Смотрите, ребят. Что? Ну, это мое мясо, конечно. Мое мясо, мой крепкий чай, мой компот. Это не твой крепкий чай. Смотрите, давайте посмотрим, как это происходит. Компот, Танюхин. Я, допустим, не это. И водочка Танюхина. Не закусываю, как ты. Да, я давай. Я закрываю, как в детстве. Я на раковину встану. Ты когда в последний раз водку так пила? Когда в техникуме мне было, сколько, 17 лет. Я же водку вообще не пила. Давай, алкаш. Сейчас комментарии взорвутся. Напишет, это из-за посылки китайской. Его постала. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Ну, чё? Блеванёшь, нет? Нет, теперь ни у кого не должно быть сомнений. Она плюёт или глотает. Да. Так, ребята, в общем, эта стадия доходит до того, что скоро на стримах Танюха будет ко мне под стол лазить. И буду звать ее Жанна. Привет, Жанка. Морозика. Ребят, сейчас, короче, у нас идет стрим воскресный. Называется «Таня похмеляется». Тани нет. Таня уже все выпила. Этого нету тоже пива уже. А и сейчас задонатил канал Добра. Канал Добра – это самый главный хейтер Сергея Симонова. Проживает он в Америке. И он, короче, проводит там все расследования. Да, я уже давно ему обещал сделать рекламу его канала. Короче, это реально самый главный хейтер Сергея Симонова, который прям, ну, прям с расследованием все делает. Короче, ссылка на него в описании, ребят. Переходите и подписывайтесь. Ваня, а вот и Танюха пришла. Танюха, что, мусор выбросила? А? Мусор выбросила? Да? Покажи, как вы с Настей будете ходить по улице. По городским? Ну, не знаю, может, по междугородним. Да. Ребята попросили чат снять, они все хотят попасть в выпуск. Вот, ребят, чат нашего, этого, как его? Ну, вы поняли.
нашего, короче, стрима. Вон, Виталий Клевчук. Ребята, вы комменты читаете? Нет. Ну и хули да ты без Тани делаешь? Ты пусть они там сейчас херачат, когда Митя начнут. Хуй, пожалуйста. Саратову пошли, привет. Из Хомутова. Во-во-во, пошла. Зараза. Я в Ютубе, вам пошло. А, мама, я в телевизоре. Снегу сидела. Ребята, еще хочу обратить ваше внимание, вот повезло очень нашим спонсорам, это рыбалка в Машково, лучшая рыбалка в Москве и Московской области, kabashop.ru, это лучший магазин электроники, BigSmig, это принтеры и расходники для принтеров BigSmig.ru, тоже самый лучший интернет-магазин. И все ссылки, ребят, на них в описании к видео, то есть уже вот к этому, к выпуску и под чатом. А кого интересует тоже реклама у нас здесь, ребята все заплатили по 10 тысяч рублей в месяц, платят, и вот на каждом стриме они присутствуют, и ссылки на них под каждым этим, под каждым стримом. Стримы набирают там по 40 тысяч просмотров, то есть все очень хорошо, и видите, им даже повезло, они же попали в основной выпуск. Ребят, понедельник, доброе утро, воскресенье, так вчера ничего, никуда не выходили, потому что лил целый день дождь. Вот посмотрите, какая у нас спортивная семья, человек пропился, пожалуйста, все выходные. Кто это у нас, Синди Кроуфорд? А? Или это неизвестные какие-то? Не отвлекаю. Модистки, югистки, вот она, смотрите. Занимается вся. Модель. Фитоняшка. Тетенька, ну пристаньте. Ой, так это с веревочкой, смотри, сидит. Веревочка для слабаков. Сколько веревочки не видится. Ты же как самочувствие, расскажи. Нормально, лучше, чем вчера. Да? Ну все, ребят, короче, Танюха йога. Почему я в шапке по дому хожу? Потому что я тоже пошел на пробежку. Наконец-то неделя болезни прошла. Ребятушки, вы поглядите на эту красотищу. Смотрите. Лето приходит к нам в гости. Все зелененькое уже. Буквально неделю назад все проглядывалось до конца. Ну прям было видно вон там, что забор самый дальний. Сейчас уже не видно. Потому что все зеленеет. Настроение поднимается. И... Ой, что хочешь сказать? То, что не пейте, ребят, не пейте так много. Выпивайте помаленьку. Но на 9 мая мы перестарались. Я говорю, как будто такое чувство, как будто мы сами воевали. И мы выиграли эту войну у фашистов. И так отмечали 5 дней целых. И поэтому организм не вывез. И сломался. Перестал у меня целых 5 дней. Фу, как хорошо бегать, а, по утрам. Никогда не думал, что так скажу. Но просто офигенно. Так что, ребят, заботьтесь о своем здоровье. Здоровье не купишь. Хотя сейчас, говорят, купишь. Но за большие деньги, за очень большие. Ну все, ребятушки, пробежал я 4 километра. Ощущения просто великолепные. Просто супер, ребята. Бег – это жизнь. Отрывайте свои жопы. От кресел, от диванов, от кровати. Просто хотя бы выйдите, просто пешим шагом пройдитесь хотя бы километров 5. Это, грубо говоря, вам так скажу, 3 остановки в одну сторону и обратно. Все. Просто ощущение как космонавт. Ощущение космос, ребята. Мы с Ванюхой находимся у нас в центре города. Именно на этом мосту мы с Михалычем делали опросы. С микрофоном, с камерой. Сейчас давайте спросим. Здравствуйте. Можно вопросик вам задать? Что? На камеру. А вопрос. Хотите вы, чтобы мы продолжали наши опросы на этом мосту? Ну, это не решать. Не ему решать. Сейчас давайте еще у людей спросим. Здравствуйте. Можно вам вопросик задать на камеру? Ну, нет времени. Ну, вот, в общем, ребят, как-то вот так вот проходили вопросы. Давайте сейчас еще одного спросим и пойдем дальше. Здравствуйте. Можно вопросик один быстрый на камеру? Вы... Ага, вот так вот. Вот так, ребят, не просто делать опросы. На самом деле, вот так мы стояли где-то около минут 40. Опрашивали человек, не знаю, там 30, может быть. Ну и выбирали там, может, даже 40. И выбирали таких вот лучших там 5-7 ответов. Короче, ну а вы хотите, чтобы вот эти опросы возобновились? Тогда, ну, пишите в комментариях, там, не знаю, ставьте лайки. И тогда, короче, будем покупать камеру и микрофон для опросов. Другую. Ну все, ребят, короче, уже сколько времени? Покупайте печенье. Время сколько, говорю?
Печенье. Ну, короче, где-то 3 часа дня. Печенье. Все, понедельник, пошли мы, короче, сейчас это видео будем обрабатывать, хочу заливать. Печенье. Привет, Марин. Короче, что еще сказать там? Что еще сказать в конце? Есть проверенный рецепт. Еще осталось, короче, ребята, реклама в начале видео, вы знаете, да, что она стоит 40 тысяч рублей. Осталось, парень продает всем рекламу, он выкупил у меня, покупал еще по 10 тысяч, продает всем рекламу по 15 тысяч рублей в начале видео. Так что пишите мне, моя почта в описании к видео. Все, до новых встреч.